отлажена схема взаимодействия различных структур и ведомств города. Схема сбоев не дает. Количество привлекаемых к ответственности юридических и физических лиц достаточно высокое. Мы определили уровень эффективности, который можно бы достигать в результате этой работы. Это мы считаем не менее 70%, то есть 70% несанкционированных объявлений можно или предотвращать, или достаточно оперативно ликвидировать. Мы договорились о сроках, когда будут оборудованы постоянные разрешенные места для объявлений и рекламы. Ну и проговорили с управлением архитектуры на перспективу планы по установке стационарных объектов для размещения афиш, рекламных объявлений и подобной продукции.